Сурат аль-Фатиха. Сура аль-Фатиха. Перевод открывающий. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, сказал «Фатиха туль-Китаб». Открывающий книгу. Как раз, когда мы открываем с вами книгу, Коран, первая сура, как раз открывающая, Фатиха. Касательно Фатихи, Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал «Валакад атайнака саба'ан мин аль-Мафани валь-Коран аль-Азим». Мы тебе не спаслали, Мухаммад, семь аятов и великий Коран. Хотя сура аль-Фатиха, она из Корана, но почему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разделил сура аль-Фатиха и Коран ли-Азамати? Из-за ее величия. Из-за величия этой суры. Мы с вами знаем то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ля салата ли ман лам якра би фатихати аль-китаб». Нету намаза у того, кто не прочитал сурат аль-фатиха. То есть, если сейчас имам скажет «Аллаху акбар» и начнет читать без сурат аль-фатиха, например, сказал «Куль ху Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид», фатиху не прочитал, его намаз недействителен. Но если он прочитал хотя бы сурат аль-фатиха и больше ничего из Корана не знает, его намаз действителен. Его намаз здесь действительно. Поэтому это великая сура.